Три автомобиля разбиты, три человека пострадали в результате крупной аварии, которая произошла минувшей ночью в Нижнекамске на улице Первопроходцев. От более серьезных последствий столкновения спасли считанные сантиметры. Одна из машин остановилась в каких-то сантиметрах от трансформаторной подстанции, снеся перед этим ограждение. Лена Изнатуллина с подробностями. Следы торможения, свежая сварка на ограждении трансформаторной подстанции и разбросанные на десятки метров части автомобилей. Их сейчас убирают дорожные рабочие. Около 10 часов вечера на этом участке дороги произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2113, это мужчина 1999 года рождения, не соблюдая безопасный скоростной режим, а также дистанцию, совершил на столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением также мужчины 1999 года рождения. После чего автомобиль Kia Rio выбросил на полосу встречного движения, где также произошло столкновение с автомобилем Mercedes-Benz. 19-летнему водителю 13-й сильно повезло. От удара его автомобиль чуть не протаранил трансформаторную подстанцию, сдержало ограждение. С различными травмами он и еще два участника ДТП были срочно доставлены в больницу. Там выяснилось, что 21-летней пассажирке Kia Rio требуется госпитализация. Была оказана помощь, проведена диагностика. Двоих отпустили домой, одна была госпитализирована, пострадавшая. Вот. Состояние их стабильное, они находятся в отделении. Скорее всего, страховых выплат не хватит для покрытия всего ущерба. Kia, вероятно, восстанавливать не имеет смысла. И выплачивать разницу водителю «Лады», если его окончательно признают виновным, придется самому. Лена Изнатуллина, Сергей Толмацкий, Наталья Лушникова, Евгений Лызаев. Вызов 112.